Так. Ну что у нас? Бочки. Берем. Берем. Больше ничего, да? Так, там впереди какие-то ворота или... Или дом, что ли, я не пойму, что это такое там. Детальки. Всякие полезные штучки. Гарпун надо использовать, кстати говоря. А что у нас там? Сколько у нас гарпуна? 5 штук. Да ладно. Деталей мало. Мало-мало деталей. 3 штуки всего. Зато этих нормально так. Зелени. Так, я, может, что-нибудь пропустил там? Нет, ну, надеюсь, нет. Ладно, в принципе, пофиг. Так, а что это тут? А, птички. Так, а здесь ничего нельзя за... Я помню, нельзя. Давай, с ноги. I've never been here before, but... но что? Ты никогда здесь не был, но... И не договорил. Сразу... Сразу ищем всякие полезные штуки здесь. Наверняка тут припрятали. Прежде чем зайти в какие-то помещения... Прежде чем зайти в какие-то помещения, я всегда предпочитаю... Либо совершить какое-то... Может быть, там действие, которое нам говорят. Ну, то есть там... Открыть какую-то дверь. Ну, в общем, предпочитаю я всегда все лучше поискать, пособирать, потому что, знаете, либо что-то нажать. Так. О! Фига запрятали. Я, честно, просто осматривал. Даже не увидел. Ну ладно. Неохота патрон тратить. Ну, а что у нас там по дробовику? Офигеть! Просто офигеть, чё их так мало? А чё так патрон мало? Я чё не помню, чё мы в той части это делали. Махать, что ли, какой-то у нас там был? Чё, всё, я всё собрал, надеюсь. Здесь вроде ничего. А, ну вот. Патрон, давайте! Зелье мне даете, голимое, блин. Офигеть. Офигеть просто. Так, здесь ловушек никаких нет. О! Вот здесь точно должны быть голимые детали, а. Причем одну штуку всего. Так, вот тут патроны я вижу, на дробовичок. Один! Один патрон! Да ладно. Только не гоните. Один патрон. А, вот еще. 4. Ну, хоть 4. Так, кстати, надо перезаряд сделать. А, тут перезаряжим. Вообще, перезаряжим. Так что давайте возьмем, пожалуй. И пошли-ка сюда. Hey! Stop, damn it! От дебилы. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне это ой как не нравится. Now what? Жестокие игры. Блин, мне одно название уже не нравится. Так, ладно, пока не будем сюда заходить. Ой, блин. Так, а смотрите-ка, эта ваза, она разбивается, интересно? Да. Тут ничего нет, по-моему. Так, фонарик пока выключить стоит. Так, стоп, а чё это такое, кстати? Ну, какой-то механизм, видимо, мы потом его узнаем, как, что с ним делать. Блин, ну ладно, если в вазах ничего не будет, я так... Я думаю, они просто нам ничего не дают, постольку Да разбей ты вот это. Или нельзя? О! Ничего нету. Ладно. Спички? Ну, хоть что-то. Да блин, дайте мне хоть что-то, блин, додолбали уже, честно. А, стоп, шприц.
Давай вот эту сбей, ну ё-моё. Ладно. Может быть, бутылкой кинуть? Ну ладно, не буду. Так, здесь у нас что? А тут у нас потайная комнатка. Патрончики. Так, у нас здесь еще патроны. Шикарно. Шикарно. Ого! Я уже забыл, как это делается. Давно я не прятался, честно скажу. Так. Надеюсь, кстати, да. Если нам сюда кровать поставили, значит, наверняка мы сможем именно твою. Так, спокойно. Покурить надо. Нет, не буду. Твою дивизию, а? Твою дивизию, твою дивизию. Нет, 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 пожалуйста. Чё с ним делать? Его не убить. Какой? Ой, блин. Да ладно, не страшно, чё, нормально. В принципе, я думаю, это... Ух ты, нифига там запрятали. Так, ладно, мне нужно... Блин, хорошо, я туда дальше не побежал. Ребятки, что-то вообще охренели уже. Пугает, блин. Ничего нет. Гарпун. Так, а что тут? Подождите, я не хочу открывать. Так. Два мира, разделенные пропастью. Наверху безликие зрители. Безликие зрители, смеющиеся над трагедией. Внизу беспомощные жертвы, теряющие все. Записка из музыкальной комнаты особняка. Угу. Это, походу, какая-то дверь, либо сейф. Но ничего тут нельзя открыть. А вот эта записка, видимо, какая-то, может, подсказка, я не знаю. Блин, а этот был Рубик, да? Дебил. Ну, в смысле... Ой-ой-ой! Опачки, как запрятали, а? Есть. Вот детальки. Патрончики бы еще не помешали. Да гель мне... Не знаю, что это такое вообще. Это то ли жидкость какая-то, пилюли какие-то. Может быть, спрятаться можно было от этого чувака вот здесь? Хотя, мне кажется, от него вообще нигде не спрятаться. Так, а что тут? А. Бутылка, да? Ну ладно. Да куда ты, ёп? Все, уходим так. Че, погнали дальше? Так, а здесь ничего нет такого, чтобы там дверь открыть. Да, заметили, кстати? Так. Кстати говоря, здесь нет никаких статуэток. Мало ли, наверху также спрятали. Блин, кажется, колебали. Они с этим чуваком меня реально... Вот, я немного подмочился, да? Ну, все-таки... Стрёмный, да? Блин, просто музыка реально заиграла так. Я думаю, каждый отделается. Так, а здесь у нас... Ничего нужного нам. Да ёп. Твою дивизию, это еще что такое? А зомбари просто. Где он? Ой, блях, муха! Какого х... Походу, я поздно нажал. Перенервничал что-то.
Где он, ёп? Твои дивизии, вот он. Надеюсь, он сюда не пойдет. Так. Развернись-ка. Ёпта. Твою дивизию. Ладно, сейчас его будем... Патрон мало, неохота тратить. Блин, обидно, ловушку эту сломал. В смысле, она меня чуть не сломала. Давай, иди, иди. Чё, ссышь? Ага. На. Ну, пальнуть в него, что ли? А, делов-то. Патрончики мы же с него дадут. Да ни хрена с него не дали, блин. Обожаю, блин. Так, ладно. Вот тут есть патроны. Как же обидно, с ловушкой получилось. Что-то не то. Вон, еще одна, сейчас попробуем. Так, а это будем поджигать? Ладно, не буду пока. Так. Собираем. Собираем. И обезвреживаем. О! Топорик. Так, давай. Твою... О! Какого батрака ты творишь, ёпт? Быстрей, быстрей, быстрей. Ой-ой-ой, он перемещается. Ой, да ты ох. Блин, надо хряпнуть. Блин. Блин, музыка стрёмная. О, почитаем. Наконец-то я нашел этот путь. Портал в новый мир. Так, запись из столовой особняка. Были у меня... Так, все сведения с самого начала были у меня под нос. У меня пораженный верости от этого, что не разобрался во всем раньше. Особый процесс, который может сломать человеческую психику и дать мне свободу действий, так очевиден. Теперь, когда я... Все вижу, теперь, когда моя задача ясна, мне кажется, что у меня нет выбора. Я могу добыть все, что я искал, все, что утратил, но для этого нужны ресурсы. Хименес какой-то. Наконец-то этот кретин начинает отрабатывать свои желания. Блин, нахера я читаю? Надо было глазами пробежаться. Слушайте, а почему он все время появляется? Он пугает меня или мне нужно его просто замочить? Я не хочу к нему подходить. Блин, он, мне кажется, его нельзя победить. Так, ловушечку-то не забрали. Спугнули. Засранцы. Так. Так, топорик зато есть. Блин, а тут сам главный выход и нет вообще, капец. Их заметили? Ух ты, нифига банка. Я, кстати, мимо него пробежал, он, в принципе, мне ничего такого не сделал. О! Блин, максимум. Ну ладно. Так, а что это такое? Ой-ой. Номер 92А. 33 эффект отсутствует. Мышь. Обзор мышь 1. Удерживайте, чтобы ставить зонд. Стрелок. Мышь, обзор. Мышь 1 удерживайте, чтобы... Так, а мышь 1 это что? Левая, да? Чтобы вставить зонд... А, типа надо стрелками вот так, да? Так, а что он там сказал? F7, да, или чё, я не пойму. Или M33. Так. Подопытный S92A. Тем не более, M33 эффекты отсутствуют.
Большой эффект ожидается при стимуляции зоны согласия в 7. Ага. Значит, М33 или что там было, не помню. СЦП чехлышка произошла не полностью, остались черты. Так, а где это такое в 7? Это сзади, да? Тут что ли? Так, это у нас... По сути дела, да, но... Чё? Йо, я что-то не то сделал, что ли? А, вроде все правильно. О! Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. Это Рубик, что ли? You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours, that's all that matters. Ой, доктор наш. That's Marcello. Is that Rubik with him? Да у него, блин, ты слышал его голос? Конечно, это Рубик тоже, может быть, еще. Так, а что тут, бутылки, что ли? Не. Слушайте, от этого чувака Рубика можно, походу, прятаться в этих... Где-то там, но я не рискую. Чуваки, попробуйте там, кто-нибудь спрячетесь, потом скажите мне получить. Так, а что это там? А, это у нас и есть эта дверь. Суп, ты что, херел, что ли, меня так пугать? Откуда ты вылез, блин? Раздолбай. Хренов. Так, какого хрена у нас? Там берем пистолет. О, под стол, да ладно, чуваки. Ништяк. Но мы не будем. Мне кажется, мы... Так. Так, так, так. Хм. С чем-то мы справились с задачей. Так, там мы были.